Сьогодні говорили в нашій постійній рубриці «Вустами дитини» про книжки, які ж книжки їм подобаються, наші миколаївські малечі. А неспроста сьогодні до нас завітав миколаївський поет Геннадій Борисов і Світлана Полоянова, художниця. А вони працюють в тандемі. Сьогодні будемо презентувати нові книжки, які вже вийшли і мають змогу миколаївські малюки вже їх читати. Доброго ранку, вітаю вас. Отож, книгу «Очень маленьке собрання сочинений» ми вже презентували нашим телеглядачам. Я нагадаю, покажу, що нового за цей час вийшло. Ой, ми працюємо з акцією «Мільйон». Чому працюємо? Тому що ціна, качество – це добре. Во-вторых, це підхід, творчий підхід к самому изданию. Ну и вообще хорошая атмосфера там в этом «Мильоне», в общем, нам нравится. Вот это у нас со Светланой Юрьевной, значит, получается, сейчас вот две книги, да. Вот выходит пока вот первая, вот эта книга «Стуль» называется. Очень интересное название, хотелось бы расшифровку, потому что знаю. «Стуль», я прочту и поймите. Ага. Дело в том, что стул – это большой, стульчик – это маленький, а стуль – это небольшой, не маленький. Вот сейчас я потом расскажу. Ну, я напоминаю, что в каждом доме много кастрюль. В доме, где много кастрюль, стоял в стороночке стуль. Такой небольшой, не маленький, не стульчик и даже не стул. Зашел в ботинках дядя, сел на стуль не глядя. Две белки в окно залетели, качались как на качели. Не знали, что стуль, чтоб сидеть, а не хвостами вертеть. Три толстые тети смеялись, на стуль забраться пытались. У них ничего не вышло, толстые тети слишком. Тут стуль носороги увидели, на стульчик роду запрыгнули, но промахнулись, не прыгнули, а только лишь в окна выпали. И я на стуль погляжу, потом на нем посижу, сидеть без стуля нельзя. Знаете об этом, друзья? Ну вот поэтому и стуль. Так, дійсно. Ну що ж, хороша така варіація, не звичайно ж по-дитячому, все ж таки підхід до дітей правильно підібрано. Зовсім нещодавно на Дні поезії, який проходив за організацією Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки, ви презентували деякі вірші, були присутні малюки, реакція хороша, тому можна сказати, що апробацію вже пройшло. Ну ви знаєте, я, можна два слова скажу, чому я взагалі пишу для дітей? Звісно. Винувати ми сильно. Потому что детство, отобрали детство, и то, что в стране бардак творится, вот тогда я хочу хоть немножко, хоть чуть-чуть, немножко разукрасить вот их детство, вот каким-то вот своими, вот своим творчеством, вот. Но я проверяю стихи, то есть писать для детей очень тяжело, вот я сразу говорю, проще там какую-то поэму там бабахнуть для, это самое, для взрослых, чем маленький стишок для детей. И вот я, когда пишу, я пишу, стараюсь писать на языке детей. А у них язык очень своеобразный. Вот недавно я написал стихотворение, там, значит, дети понимают самолет, когда он стоит, самолет, да? А вот когда он в воздухе летит, они никогда его не видят. Я спросил, там у меня есть друг Валера, там ему 8 лет, я говорю, Валер, вот у меня летители, да? Он, парины летители. Ты понял, о чем я говорю? Он, так это же самолет там в воздухе. Я говорю, во, все, значит, я попал, вот как раз нормально. Крутятся. То есть там еще у меня много своего творчества, которое вот дети понимают, действительно понимают. Ну, по крайней мере, год назад, в апреле месяце, я был в Лягино, представлял книги, но я пишу в основном книги для семейного чтения, так чтобы для мужчин была философская поэзия, для женщин лирика, а для детей, значит, ну, поэзия для детей. Вот. И там было 20 классов. И вот они не смеялись, они ржали. Вот это я понял, что я делаю правильно. Я вышел самый счастливый человек в мире, вот если так можно сказать. Да, действительно, самая большая оценка – это все-таки смех детей. А вот я услышал, что у вас есть друг 8 лет. Это, знаете, мне напомнило, как Корней Чуковский. У него тоже было очень много друзей малого возраста. Так он хорошо понимал. Я так понимаю, у вас тоже много друзей именно такого возраста. Ну, я не сказал бы, что так много друзей. Ну, по крайней мере, есть, да. Но, как... Не знаю, как кролики, что ли, свои стихи. Потому что уйти нельзя ни вправо, ни влево. Надо так, чтобы они понимали, о чем идет разговор. И самое главное, вот что, чем мне повезло, очень сильно повезло, вот то, что мне, мы вот со Светланой уже 28 лет знакомы, и вот, считайте, 25 мы с ней периодически, иногда мы пересекаемся в каких-то проектах, допустим, что-то делаем. И вот то, что Светлана с любовью подходит к тому, что я делаю, что она делает, вот, потому что она достаточно известный художник в Николаеве. И то, что мы с любовью подходим, что иначе нельзя.
Ну, дети, это 100% нацелен. Вот Геннадий сказал, что у него свой собственный язык для того, чтобы дети понимали. А как вы делаете иллюстрации, чтобы они были тоже понятны для детей? Ну, у меня не так все просто, как у Геннадия Борисова вот, происходит, потому что я... Так понимаю, иллюстрации здесь уже ваши, да? Да, да, это моя иллюстрация. Показать. Почему не просто? Потому что, конечно, основное время я трачу на картины, которые пишу для души, для себя, скажем, для взрослых, скажем так. Вот. И поэтому иллюстрации мне, конечно, надо осмыслить, повариться в этом, то есть читать неоднократно их, осмысливать и стараться тоже искать такой более детский подход к ним. Почему вот я и выбрала цветные карандаши, потому что это самый легкий материал для детей. Mm-hmm. И, собственно, поэтому я и отталкиваюсь, рисую иллюстрации именно цветными карандашами. Вот. Но это в плане техники. А в плане стилизации этих рисунков детских, ну, я уже не знаю, получается у меня или нет, я не столь уверена, потому что у меня мало знакомых детей, которые бы посмотрели. Вы обращайтесь к Геннадию, он вас познакомит. Ну, в общем, смотрите. Да, очень, я хочу сказать, что дети, да, примут вот эту книгу легко, потому что они тоже любят рисовать именно карандашами, поэтому это их. Да, вот, в общем-то. Как вообще родился тандем? Вы говорите, что уже на протяжении 25 лет точно уже в различных проектах сотрудничаете. Как вот так попали под влияние Геннадия? Вот это неизвестно, еще кто под кого. А вот так, да. Ну, мы, это нас свела работа самая первая, потому что когда-то мы работали вместе в ДК металлургов, он еще существовал в те времена, это Дом культуры был, и это... Кстати, очень упущение большое, что все эти дворцы культуры превратились в коммерческие центры. Большое упущение, потому что когда они существовали, жизнь просто вот именно культурная кипела. То есть показывали кино. Я там работала художником-оформителем. Я занималась и рекламой, и оформлением, и, ну, и костюмы рисовала для народных коллективов. Угу. Потому что были масса народных коллективов, масса кружков работала. В общем, мы все были задействованы, был дружный коллектив. И Геннадий Борисов работал тоже там, он делал театральные, как режиссер театральных постановок был. Угу. И, в общем-то, мы там познакомились на работе, там и началось наше сотрудничество. А потом уже в процессе времени потерялись немножко, потом нашлись и вот так вот. Ну, это самое главное, да, что творческие люди, несмотря на время и так далее, все-таки находят время для того, чтобы сотрудничать и создавать такие интересные проекты. Я смотрю, очень веселая книжечка с картинками, достаточно тоже интересный проект, хотелось бы показать. О этой книге можете рассказать? Конечно, тут еще я писал. Ну да, конечно. Да. Знаете, рисунки, иллюстрации, это понимаешь? Да, тоже, Марина, да? Марина. Тоже. Дело в том, что эта книга, вот, вообще, я не пишу для детей, по большому счету, вот если так взять, почему? Потому что они для меня такие же люди, такие же взрослые, как и, такие, как и мы. Единственное, что у них, может, проблемы немножко так другие чуть-чуть, но они не менее серьезные проблемы. Вот, понимаете, там, вот в стуле, допустим, там есть такое стихотворение «Что в носу?» И там для меня стихотворение «Что побрить?» Вспомните себя в детстве, это была актуальная проблема, да, что побрить и что в носу. Никто же не знает, это же надо было узнать. Но немножко разная, разновозрастная категория. Вот это, что вы сейчас держите, это очень весело. Она больше до 8 лет, вот с 5 до 8 лет стихи. А здесь поэзия уже вот в стуле уже где-то до 12 лет, с 8 до 12. И, ну, дети воспринимают пока, слава богу, вот... Как получается, короче. Да, я вот хочу также отметить, что все-таки в иллюстрациях соединяете и вот два стиха в одно. Создается такая уже комплексная картина. А что мне понравилось, картина. Что все животные настолько добрые, даже пауки. Вот у меня фобия по паукам, и то он мне понравился. Вам стоит все-таки рисовать мультфильм, потому что иногда сейчас посмотришь, очень жаль. Да? Это очень позитивно, спасибо действительно, большое. Очень красиво, да? И действительно, я же говорю, вот хотя все мы в душе дети, наверное, из-за этого оно мне тоже очень нравится, потому что очень красиво. Даже крокодил, который кушает, все-таки он все равно добрый. С красивыми, не, он не просто глазами. Кушает. Вот, извините, я-то сам, можно я? Угу. Давайте. Здесь получается, да, про динозавров. Это моя версия, от чего пропали динозавры. Вот. О, это интересно. Там... Тоже, кстати, важная проблема среди детей. Ну, среди не думаю, что настолько важно. Ну,
Смотрите, вот тяжело человеку небольшому, ну, маленькому человеку, да, объяснить, что это было миллионы лет назад, да, там тысячи лет. Он этого не понимает. Смотрите, как я это все объясняю. Про динозаврик. В лианах знойной Африки гуляли динозаврики часов в 11 утра, ну, скажем, после завтрака. Случилось это так давно, что даже не было кино. Угу. Что просто плыть по Нилу, хотели сесть на спину хвостатому и страшному к большому крокодилу. Когда ему было не ленька, так ему целый день. А вам скажу, я повезло, ну очень сильно повезло. Вот так настолько повезло, не трогать зубы у него. Похоже, зубы ну и ну на очень острую пилу. Лежал зеленый крокодил, кряхтел зеленый крокодил и широко разинув пасть, зевая 48 раз, и тем закончив наш рассказ, бедняжек проглотил. Теперь по знойной Африке не ходят динозаврики. А вам, ребята, дам совет. Хотите, как хотите. Коль вы зеваете в обед, чтобы больше не случалось бед, под нос себе смотрите. Крутяцки. То есть, ну вот, не надо это самое зевать. А вот, извините, секундочку. Я вам хочу сказать, что поэзия для детей, она и очень сложна, и очень проста. Дело в том, что поэзия детей делится буквально на 3-4 категории. Это, прежде всего, считалочки. Вот. Потому что меня поразило, вот как-то в свое время я так не задумывался, а потом, значит, самая известная, да, считалочка, песенка, да, вышел месяц из тумана, да, вынул ножик из кармана. Uh-huh. А вы знаете, что это вообще-то воровская песня? Вот. Да, а мы, вот знаете, а потом... У меня была популярная, и топ-1 это раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик. Ну, то такое, это вообще классика, как видите. Вот. И, то есть... Изначально уже как-то было что-то, ну, не так все хорошо, надо писать считалочки. Вот. Угу. Я пишу дразнилки, пишу. Ну, они, они добрые дразнилки, там я ничего злого, я так дразнюсь, но я по-доброму дразнюсь. Вот. И поэзия. Должна быть поэзия. Я объясню. Проблемы нашего времени, и не только нашего времени, поэтов много, а поэзии нет. Угу. То есть поэзию найти вот такую, чтобы... вот вы знаете, я... Не скажу, что у меня много поэзии, да, что-то есть, что-то получается, что-то не получается, так бы хотелось. Но когда я читаю стихи для, допустим, взрослым, да, читаю, и там они плачут. Это было мне настолько поразило, честно говоря, или смеются, допустим, когда чувствуют и значит, попадают. Как-то вот временно сложное. И поэзия, она всегда. Поэзии было больше, чем поэзия для мира, для нашего мира. Вот. Я, если можно, это само прочту что-то. Да, конечно, это... давайте. Еще один стих, я думаю, мы вот как раз напоследок что-то вот хорошее хотелось бы услышать еще. Для деток? Давайте. Давайте, смотрите, я вам покажу сейчас. Мы когда-то с службой рекламы Деменских, с Пашей Деменским, делали вот такой журнал. Он называется «Стране Белибия». Но так как мы подошли, кстати, Светлана Юрьевна, она, кажется, иллюстрировала это все. Тут здесь тандем так и остался, тоже трио было там. Вот. И вот здесь у меня было здесь даже вплоть до того, что здесь был у меня и детектив для детей. Да, здесь то вот, в общем, журнал... Зачатки детектива. Хотелось бы все-таки услышать, потому что добегает... Я понял, уже, сейчас да, я прочитаю стишок, еще один прекрасный стих, который называется... Чем по ночам занимаются мамы? Ну, собственно говоря, вопрос... И где в это время бывают папы? Нет, за папой вообще. Три мальчика, три девочки и 48 мам пошли гулять по улице, куда не зная сам. Купили три пирожных, купили три мороженых, коробочку пилюль и крышки от кастрюль. Спят мальчики, спят девочки, а 48 мам кастрюлями играются, поют, шумят и радуються. Ну вот що так. Ж, ми також я будемо радіти так. І прощатися з нашими телеглядачами, але не прощаємося, повернемось до вас уже в п'ятницю. Так, дякую вам, нашим гостям, незвичайно ж вам за те, що ви разом з нами. До наступних зустрічей. Хай щастить!